Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Сегодня я расскажу об основных средствах искореняющей обработки плодовых деревьев и кустарников осенью после листопада. Обычно этот период выпадает на вторую половину октября и начало ноября. Видео в первую очередь предназначено для начинающих садоводов. И если вы опытны в этом деле, то можете смело выключать видеоролик, вы и так все знаете. Итак, начнем с классики. Медный купорос. Это отличное средство. Справится с основными заболеваниями плодовых деревьев и кустарников. Для того, чтобы приготовить раствор нужной концентрации, берите 500 граммов купороса и разводите в теплой воде, а затем доведите до 10 литров и залейте в опрыскиватель. Далее бордовская смесь. Это фунгицидный препарат, который используют в растениеводстве для уничтожения грибковых заболеваний, а также их профилактики и насыщения культуры полезными веществами. Собственно, основа та же – медный купорос, но за счет добавления в состав извести нейтрализуется кислота. Да и сам раствор держится лучше на стволах и ветках деревьев. Для приготовления раствора 500-700 граммов препарата нужно развести в 10 литрах воды. Далее железный купорос. Эта обработка искореняет всех возбудителей болезней, которые могут сохраняться на ветках, коре, растительных остатках и помогает перезимовать растениям под укрытием без поражения бактериальным ожогом или грибковыми болезнями. Для приготовления раствора нужно также 500-700 граммов препарата развести в 10 литрах воды. И последний препарат – мочевина или карбамид. Очень хорошо справляется как с грибками, так и с вредителями, которые приготовились к спячке. Пропорции раствора те же – 500-700 граммов препарата развести в 10 литрах воды. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!